Она играет и поет точно. Зачем красивой женщине гитара? Ей нужен только тонкий макияж. Гитара для нее, как стекло тара. Не выбросишь ее и не продашь. Гитара, в смысле. Петь песни — это повод для кошмара. А лопнет вдруг гитарная струна. Зачем красивой женщине гитара? Она нам не для этого нужна. Зачем красивой женщине гармошка? А чтобы прикрывало естество. Гармошка тут рифмуется сережкой, а больше она здесь ни для чего. Софьяновые новые сапожки, вареная с картошкой требуха. Зачем красивой женщине гармошка? Чтоб кто-то разорвал ее меха. Зачем красивой женщине мужчина? Да чтобы за нее платить везде. Чтоб следствием работать и причиной на небе, на земле и на воде. Скакать вокруг нее веселой бложкой, стирая себе ноги до колен. Играть, чтоб на гитаре и гармошке, а остальное все и мрак и тлен. Зачем красивой женщине все это? Она ведь не за этим создана. Ведь для нее взлетают ввысь ракеты, и есть на свете солнце и луна. Она дана нам драгоценным даром, она для нас мимоза лепестки. И для нее гармошка и гитара и прочие на свете мужики хлопаем. И для нее гармошка и гитара и прочие на свете чудаки хлопаем.